Всем привет! Сегодня готовим лазанью в рамках здорового питания. Вам понадобится тесто фило. Вы найдете в любом магазине, там, где замороженное тесто. Куриная грудка, сыр, у меня моцарелла, любой твердый подойдет, лук, сметана и томатный соус. Для начала займемся мясом. Нам нужно сделать из грудки фарш. Никогда не покупаю готовый фарш, поскольку всегда в магазины фарш идет не свежее мясо, жир и даже кожа. Не очень часто готовлю что-либо подобное, поэтому такая у меня несерьезная мясорубка, но справляется со своей задачей хорошо. Отправляем мясо и перемалываем. Тем временем пока натрем сыр на самую мелкую терку. Лук уже обзолотился, и теперь к нему добавляю фарш. Фарш все время помешивать, и нужно разбивать комочки или после готовности его еще раз пропустить через мясорубку, чтобы он был однородной массы. Теперь берем тесто. Нам нужно буквально несколько листочков. И нарезаем его небольшими прямоугольниками. Фарш готов, теперь можно собирать лазанью. Первым слоем выкладываем тесто. Следующий слой — это соус томатный. Выкладываем фарш небольшим слоем. И теперь опять все накрываем тестом. Следующий слой – это сметана. И поверх сметаны щедро посыпаем сыром. А теперь повторяем слои сначала. Тесто, томатный соус, фарш, сметана, сыр.
так, пока вся форма не заполнится слоями поочередно. Верхний слой должен быть тоже из фарша. И отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Когда лазанья хорошо подпеклась, посыпаем сверху щедро сыром и отправляем еще на 3 минутки в духовку, пока сыр не расплавится. Наша лазанья готова. Теперь можно посмотреть, какая она внутри. Очень сочная и очень вкусная. Попробуйте, ваша семья 100% тоже полюбит этот рецепт.